Значит, с квадрокоптером при запуске то же самое, что и с фантомом. Прокрутиться вот так, потом прокрутиться вот так. Индикатор загорается вот здесь. Его я настроил, чтобы видно было и снизу, и через решеточку. Вот здесь его будет видно и сверху. При настройке он вот тут здесь раз расположен. По пульту то же самое, стики вниз армится. Тип полета, GPS и так далее. Желательно его не стартовать до тех пор, пока он не найдет спутники. Спутники он ищет, а там же индикация меняется. Як на фантоме точно, мозги ж фантомовские. И здесь, значит, красный диодик, потом он будет то ли фиолетовым, то ли синим моргать. Дополнительный комплект лопастей будет. Так. Ну, в принципе, все. По обслуживанию все то же самое, что это самое. Под 4S прошитые мозги нужен 4-баночный аккумулятор будет. Я для теста цеплял от машинок здоровые, два спаренные. Ну, а ему же желательно полегче.